Такую ароматную водку вы не купите ни в одном магазине, а ждать ее нужно совсем недолго, берите на вооружение. Для такой водки нужна ароматная и сочная дыня, тогда напиток получится очень вкусным. Не держите кусочки дыни больше положенного времени, водка потеряет в качестве, и не добавляйте много мяты, она должна лишь немного оттенить аромат дыни, а не перебить. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления дынной водки. Дыню очистите от корки и семян, порежьте на кусочки, банку тщательно вымойте и высушите, выложите в нее дыню. Залейте дыню водкой. Положите сверху веточку мяты. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Плотно закройте банку и уберите в холодное место на 4 дня, затем процедите водку, разлейте по бутылкам и охладите. Приятного употребления! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Дыня, 2 кг, мята, 1 штука, веточка, водка, 500 мл, количество порций, 1. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите снова.